Здравствуйте, дорогие ребята! Тема сегодняшнего урока русского языка – правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Сегодня на уроке мы узнаем, как правильно писать безударные личные окончания глаголов будущего и настоящего времени. Сначала вспомним, что вы изучали на предыдущем уроке. Итак, первое. Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам и числам или, говорят, спрягаются. Глаголы по личным окончаниям делятся на первое и второе спряжение. Или давайте рассмотрим таблицу в учебнике и вспомним, какие личные окончания бывают у глаголов первого спряжения и у глаголов второго спряжения. Итак, еще раз напоминаю, что у глаголов первого спряжения в окончании гласное «е», у глагола второго спряжения в окончании гласное «и». Предлагаю выполнить задание. Задание такое. Прочитайте слова. Поставьте знак ударения, ставьте гласную в окончание и определите спряжение. Итак, в помощь будет табличка. Первое слово «говорит», окончание ударное, вставляем букву «и», глагол второго спряжения. Второе слово «летишь», окончание ударное, вставляем букву «и», глагол второго спряжения. Следующее слово «спасем». Окончание ударное, вставляем букву «ё», глагол первого спряжения. Следующее слово «поём». Окончание ударное, вставляем букву «ё», глагол первого спряжения. Следующее слово «лежите». Окончание ударное, вставляем букву «и», глагол второго спряжения. А вот следующие слова, окончание в следующих словах безударное. Давайте послушаем эти слова. «Думаете». «Любите». В обоих словах на месте пропущенной буквы слышим звук «и». Какую же букву нужно писать? Давайте вспомним правила, которые мы учили на предыдущем уроке. Глаголы одного и того же спряжения в форме настоящего и будущего времени имеют одинаковые ударные и безударные окончания в одном и том же лице и числе. Значит, для того, чтобы нам написать букву, правильную, нам нужно определить спряжение. Но сейчас мы определить спряжение не можем, так как окончание безударное. Значит, надо это делать как-то по-другому. Обратимся к учебнику. На 94-й странице есть правило. Как определить спряжение глагола? Спряжение глаголов с безударными личными окончаниями определяется по их неопределенной форме. Ко второму спряжению относятся глаголы, которые в неопределенной форме оканчиваются на «ить», кроме «брить», «стелить», то есть имеют суффикс «и» перед «ти». И глаголы исключения. 4 глагола на «ать» – слышать, гнать, дышать, держать. И 7 глаголов на «еть» – смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, обидеть, вертеть, зависеть. К первому спряжению относятся глаголы, которые оканчиваются на «ать», «еть», «оть» и «уть», а также глаголы исключения «брить», «стелить». Итак, для того, чтобы определить спряжение глагола с безударным личным окончанием, мы должны, первое, поставить глагол в неопределенную форму, чтобы он отвечал на вопрос «что делать» или «что сделать». Посмотреть на глагольный суффикс перед «ти». Если глагольный суффикс перед «ти» – «и», то глагол, как правило, относится ко второму спряжению, и в безударном окончании надо писать гласную «и». Если глагольный суффикс перед «ти» другой – «а», «у», «о», «я», то глагол, как правило, относится к первому спряжению, и в безударном окончании надо писать «е». Но нельзя забывать о глаголах исключения. Глаголы «брить», «стелить» относятся к первому спряжению, хоть и глагольный суффикс «и», поэтому в окончаниях пишем «е». Глаголы «гнать», «держать», «смотреть» и «видеть», «дышать», «слышать», «ненавидеть» и «обидеть», и «вертеть», и «зависеть», и «терпеть» относятся ко второму спряжению, хоть и глагольные суффиксы «е», «а». Поэтому в личных окончаниях пишем «и». Это глаголы исключения, и их нужно запомнить. Предлагаю потренироваться в определении спряжения по глаголам в неопределенной форме. Итак, перед нами несколько глаголов. Первый глагол «читать». Глагольный суффикс «а», значит, глагол относится к первому спряжению. Следующий глагол «слышать». Глагольный суффикс «а», но это глагол исключения, относится ко второму спряжению. «Зеленеть» – глагольный суффикс «е», глагол относится к первому спряжению.
просить. Глагольный суффикс «и» – глагол относится ко второму спряжению. Веять. Глагольный суффикс «я» – глагол относится к первому спряжению. Дружить. Глагольный суффикс «и» – глагол относится ко второму спряжению. Видеть. Глагольный суффикс «е», но глагол входит в исключение, это глагол второго спряжения. Давайте проспрягаем два глагола. Первый глагол «плакать» – глагол первого спряжения, и глагол «пилить» – это глагол второго спряжения. И понаблюдаем за окончаниями. Итак, первое лицо, единственное число «плачу», «пилю» – окончание «ую». Во множественном числе «плачем», «пилим» – окончание «ем», «им» – зависит от спряжения. Второе лицо, единственное число «плачешь», «пилишь» – окончание «ешь», «иш». Множественное число «плачете», «пилите» – окончание «ете», «ите». Третье лицо «плачет», «пилит» – окончание «ет», «ит». Множественное число «плачут», «пилят». Во множественном числе тоже окончание глагола зависит от спряжения. Ну а теперь вернемся к тому заданию, которое вызвало у нас затруднение. У нас было два слова «думаете», «любите». Ставим глаголы в начальную форму. «Думаете» – начальная форма. «Думать» – глагольный суффикс «а», значит, глагол первого спряжения, поэтому в окончании пишем «е», окончание «ете». «Любите» – начальная форма «любить», глагол второго спряжения, значит, в окончании пишем гласную «и», окончание «ите». Запоминаем, что безударное личное окончание глагола – это орфограмма. Чтобы объяснить правописание этой орфограммы, надо определить спряжение глагола. Потренируемся в определении спряжения и выборе правильной буквы. Первое слово «пишет». Ставим глагол в начальную форму. «Писать» – глагол первого спряжения, значит, гласное «е». Следующее слово «вяжем» – ставим глагол в начальную форму. «Что делать?» – «вязать» – глагол первого спряжения, значит, пишем «е». Следующее слово «варим» – в начальной форме «варить» – глагольный суффикс «и» – глагол второго спряжения, и мы пишем гласную «и». «Бреем» – начальная форма «брить» – это глагольный суффикс «и», но глагол относится к исключениям. Первое спряжение, значит, гласное «е». «Читаешь» – начальная форма «читать» – глагол первого спряжения, значит, пишем «е». «Отвечает» – начальная форма «отвечать» – глагол первого спряжения, снова пишем «е». «Жарит» – начальная форма «жарить» – глагол второго спряжения, значит, пишем «и». «Пачкаешь» – начальная форма «пачкать» – глагол первого спряжения, пишем «е». «Светит» – начальная форма «светить» – глагол второго спряжения, пишем «и». «Гонит» – начальная форма «гнать». Помним, что это глагол исключения, относится ко второму спряжению, пишем «и». «Красим» – начальная форма «красить». Глагол относится ко второму спряжению, выбираем гласную «и». Итак, сегодня на уроке мы узнали, чтобы правильно написать безударное личное окончание глагола, надо определить его спряжение. У глаголов первого спряжения в окончаниях будем писать «е», а в третьем лице единственного числа «ут» или «ют». У глагола второго спряжения в окончаниях будем писать «и», а в третьем лице единственного числа «ат» или «ят». Спряжение будем определять по неопределенной форме глагола. Для закрепления изученного материала предлагаю выполнить домашнее задание. Нужно выучить правила на 94-98 странице и выполнить два упражнения, 207 и 208. В 207 упражнении вы поработаете со словами, распределите их в три столбика, а в 208 упражнении нужно будет поработать с предложениями, списать предложение, вставляя пропущенные буквы, и объяснить правильность написанного. Напоминаю, чтобы объяснить правильность выбранного личного окончания глагола, нужно указать его спряжение. Спасибо за внимание. Успехов! Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – письменное деление многозначного числа на двузначное в случае, когда в записи частного есть нули. Сегодня вы научитесь,
правильно выполнять запись деления, применять алгоритм письменного деления многозначных чисел, когда в записи частного в середине и в конце есть нули. Обратите внимание на выражение. 72 разделить на 8, 15 разделить на 41, 37 разделить на 9, 25 разделить на 80. На какие две группы вы можете разделить эти частные? Скорее всего, вы разделили на такие же группы, как сделала я. Первая группа – 72 разделить на 8 и 37 разделить на 9. 72 разделить на 8 будет 9. В частном получили число. 37 разделить на 9. В частном получили число и остаток. Вторая группа – 15 разделить на 41 и 25 разделить на 80. Смотрим. Первое неполное делимое 15. На 41 разделить нельзя. Если нельзя разделить делимое на делитель, в частное пишем 0. 25 разделить на 80 разделить нельзя. В частное пишем 0. Рассмотрим это на примере. 19248 разделим на 24. Определяем количество цифр в частном. В делителе две цифры. В делимом берем не менее двух цифр. Смотрим, 19 на 24 не делится. Берем еще одну цифру. 192 делим на 24. Округляем 192 до 200, 24 до 20. Подбираем. 10 подобрать нельзя, хотя идеально подходит 10. 200 разделить на 20 будет 10. Берем цифру 9. 20 на 9 – 180, 4 на 9 – 36. Мы тоже увидели, что получили больше, чем 200. Опускаемся еще на одну цифру. Берем по 8. Умножаем 8 умножить на 4. 32. 2 пишем, 3 запоминаем. 2 умножить на 8. 16 и 3. 19. 192 минус 192 – будет 0. Но мы видим, что у нас еще неразделенными остались десятки и единицы. Опускаем десятки вниз. И вот тот случай, который мы рассматривали вам с вами во время подготовки к новой теме. Делимое меньше, чем делитель. Значит, в частное поставим 0. Сносим 8. 48 разделить на 24, берем по 2. 24 умножить на 2 будет 48. 48 минус 48 будет 0. В частное получили 802. Рассмотрим еще один пример. 111 800 разделить на 26. Определяем количество цифр в частном. Делитель – число двузначное. Делимое берем, пробуем две цифры. 11 на 26 не делится. Берем 111. Подбираем. 111 разделить на 26 будет по 4. За первым неполным делимым еще 3 цифры. Итого в частном будет 4 цифры. Проверяем, сколько разделили.
6 умножить на 4 будет 24. 4 пишем, 2 запоминаем. 2 умножить на 4 – 8, и 2 – 10. Вычитаем. От 11 отнять 4 – 7. 7 на 26 не делится. Остаток меньше делителя. Так должно быть. Сносим 8. 78 разделить на 26 – берем по 3. 6 умножить на 3 – 18. 1 запоминаем. 2 на 3 – 6. И 1 – 7. 78 минус 78 будет 0. В делимом у нас неразделенными остались десятки и единицы. Эти десятки и единицы переписываем в частное. Получили 4300. А сейчас домашнее задание. Придумайте 5 трехзначных чисел. У меня к вам одно условие. Непременно в записи этих чисел обязательно должен быть 0. Неважно, где он, в середине ли, или в конце числа. Второй множитель – это любое двузначное число. Найдите произведение этих чисел. Затем проверьте, правильно ли вы умножили. Помните, умножение проверяем делением. Из одного примера на умножение можно придумать 2 примера на деление. А еще помните, у людей говорят: «Не шути с огнем». А я говорю: не шутите с нулем. У нуля про запас сотни каверс и проказ. Нужен глаз за ним, да глаз. Удачи, ребята, до новых встреч!